Сегодня мы рады приветствовать вас на нашем празднике, празднике Шадринской надежды, где мы сегодня будем в 15-й раз вручать премии имени Геннадия Николаевича Фофанова лучшим из лучших в области культуры и искусства. Слово для приветствия я предоставляю заместителю главы администрации города по социальным вопросам Новиковой Людмиле Николаевне. У нас завершается декада Дней культуры в нашем городе. Завершается она праздником. Праздником, который для нашего города является очень значимым событием, потому что называется он «Шадринские надежды». А это значит, сегодня мы будем отмечать тех ребят, наших детей, руководителей, то есть всех тех, кто сегодня у нас является, не ошибусь, если скажу, достоянием молодого подрастающего поколения нашего города. И я сегодня хочу вам сказать, что уже 68 детей за эти 15 лет стали у нас лауреатами премии имени Геннадия Николаевича Фофанова. Конечно, очень хочется надеяться, чтобы путь наших детей, тех, кто становится лауреатами, и тех, кто не становится лауреатами, сложился хорошо, чтобы все было комфортно у них. Поэтому сегодня праздник День культуры, он у нас в единственном городе во всей Курганской области, в единственной территории, который отмечается наряду с Всероссийским днем культуры, который там позднее у нас в марте. Поздравляю всех руководителей учреждений культуры, которые здесь сегодня присутствуют с этим праздником. Конечно, мне сегодня очень бы хотелось поблагодарить вас всех за ваш благородный труд, труд нелегкий. И пожелать, конечно, всем вам крепкого здоровья и дальнейшего труда на благо нашего города. Сегодня на эту сцену поднимутся достойные ребята. И, возможно, уже на 25-й церемонии мы будем гордиться ими и говорить, что они правильно выбрали свое призвание и стали хорошими людьми. Для торжественного открытия церемонии и вручения премий я приглашаю на сцену руководителя отдела культуры Чернова Сергея Александровича. Здравствуйте, дорогие земляки, уважаемые руководители учреждений культуры, наставники, преподаватели, педагоги, воспитатели, потому что без вас вряд ли эти победы, которые мы сегодня будем тоже отмечать, смогли бы состояться. Мне очень приятно видеть и родителей, потому что без родителей действительно те дети, которые стали профессионалами, о которых говорила уже Людмила Николаевна, тоже не могли бы светить на небосклоне нашей большой уже всероссийской культуры, всероссийского искусства. Праздник Шадринской надежды мы сегодня отмечаем в 15-й раз. Впервые праздник состоялся в 1998 году по инициативе очень знаковых для шадринской деятелей культуры, таких как Николай Харлов, заслуженный работник культуры, Александр Михайлович Виноградов, член Союза писателей России. К сожалению, он сегодня не может быть среди нас, он в Омске на лечении. И, конечно же, по инициативе Алексея Михайловича Бритвина, ныне преподавателя Уральского федерального университета. Еще раз с праздником, всем удачи, нового творческого горения, в добрый путь. Глазова Юлия, ученица 5 класса детской музыкальной школы. За весь период обучения проявила себя как добросовестная, ответственная, исполнительная ученица. И мы приглашаем преподавателя Кузьминых Ирину Петровну. Так что Юля получает еще, кроме премии, такую медаль. Лауреат премии имени Фофанова, я думаю, что, конечно, это на всю жизнь.
был Глер, листок из альбома.